Let's talk about awareness. Давайте поговорим об осознании. You're going to use the awareness a lot. Мы не можем использовать только осознание. That awareness is you aware of something you cannot see, you cannot hear, you cannot feel. Мы не можем на самом деле осознавать то, о чем мы не знаем, то, чего мы не видели, или то, чего мы не слышали. But it's there. But it's there. То, что находится там. Okay. It's there. Это где-то там. We talk about God. Where is God? Мы говорим о Боге. А где Он, Бог-то? But for you've been listening to about God since you are born until now. Но вы слышите о Боге с тех пор, как вы родились, были маленькими, до сих пор вы слышите о Нем. Have you ever seen God? А вы когда-нибудь видели Его? Have you ever heard God talk to you on the ear? Он вам когда-нибудь что-нибудь говорил в ваши уши? But you have to believe that there is God. Но вы вынуждены, вы знаете, что нужно верить, что да, вот есть Бог. We don't see wind, but we can feel wind. Мы не видим ветер, но мы чувствуем ветер. And you believe it's wind there. И мы знаем, что ветер есть. Now, awareness. Осознание. That you are aware of something are real. Осознание это то, что я знаю, что это действительно есть. In the olden time, a lot of great master. В старые времена очень многие великие мастера. They closed their eyes. Закрывали глаза. They see the galaxy. Они видели галактику, видели. They see the Milky Way. Они видели Млечный Путь. They feel them. Они чувствовали это место. But when they open the eye, where is it? Но когда они открывали глаза, где это все? They are aware the presence of the force. Они просто как бы осознавали, что присутствие этих сил. They can hear the cosmic sound. Они слышали космические звуки. But when they open their eyes, they don't hear them anymore. Но когда они открывали глаза, они не видели этого. And that is awareness. Это тоже осознавание. You pick up something that you cannot see, you cannot hear. Мы как бы понимаем или как бы чувствуем то, чего на самом деле не можем почувствовать при помощи наших органов чувств. That's what I try to help you to experience that and to in touch with that. Это то, вот, что я пытаюсь как бы объяснить вам и соединить вас с этим. Awareness and consciousness. Осознавание и сознание. You learn to aware and you started to try to aware of something you cannot see. You aware of something you cannot aware before. You cannot conscious about the thing you cannot conscious before. Вы начинаете, сначала вы осознаете, что что есть то, что вы как бы не ощущаете вашими органами чувств, а затем вы начинаете знать или как бы чувствовать, но на другом уровне это знание, это сознание. Allah, great master, described the galaxy, the forces in the universe before. До того, как ученые открыли галактики и всю Вселенную, великие мастера описывали это задолго до того, как они были открыты. But now the camera can take the picture what they described 5,000 years ago. Но сейчас, например, камеры или инструментарий существует, который может сфотографировать это. Но это об этом говорилось много-много тысячелетий назад. How can they describe those galaxies, those energy in the space? Как могли они тогда, когда не было инструментария, описать эти галактики, эти силы? And that is the awareness. Это и есть осознавание, осознание и сознание. The force is constantly here. А сила или энергия, она всегда постоянно находится здесь. Now the camera in the space can take those picture now. Теперь это может сделать инструментарий, камера. Фотоаппараты. They can hear those sound. Они могут воспринять, услышать, как бы записать эти звуки, которые есть во Вселенной. A lot of prophet because they hear the sound and they interpret it in their own way. И многие вот как бы ученики, они начинают профиты, они как бы воспринимают, слышат эти звуки, они их слышат, но интерпретируют о них по-своему, то есть собственным образом. So every prophet they interpret on the way they think so. И каждый профет он как бы интерпретирует то, как он это, он как слышит, но интерпретирует по-своему. Интерпретация по-своему. They hear the sound of the universe. Они that слышат is the song of the earth, the song
The planet make noise, but we cannot hear them. На самом деле, звуки каждой планеты и вообще Вселенной, она производит определенные звуки, но мы эти звуки не слышим, мы не можем слышать. Awareness can split into many different ways. И наше осознавание, наше сознание, оно может разделяться на очень-очень, на множество-множество вариантов. You know, when I talk about the AWACS, the radar, the AWACS. Когда вот мы с вами говорили о радаре. That time they can make an AWACS and lock on 200 moving subjects. Сейчас можно, сейчас создан такой радар, который может как бы охватить 200 двигающихся предметов. And no matter where they go, it's locked and they follow. И куда бы, скажем, эти предметы ни двигались, за ними следует вот этот радар. And there is awareness. Вот это есть осознание. Now they make a new one, they can lock on 400 moving subjects. Вдруг, потом сделали новый такой радар, еще более сильный, а теперь он может как бы держать в своем поле 400 видов движущихся предметов. Потому что как бы, память и мозг расширяется, увеличивается. So we're going to talking about you aware of many things at one time. И мы будем с вами говорить, что можно осознавать очень многие вещи в один момент. First, the дантиан always spiral. Вначале в дантиане происходит вращение. The heart, when this one spiral, this will start to spiral. Когда начинается вращение, движение энергии в животе, начинается движение в сердце. Aware, observe, very important. И поэтому в данный момент начинается очень важный момент наблюдения. Mean, aware and observe mean you don't in, you not interrupt when it's right. А что значит быть осознавать, что происходит и наблюдать? Это означает, что мы как бы не пытаемся в это войти, то есть не вмешиваемся в этот процесс. Происходит только осознание и наблюдение. There is the heart of the Tao teaching. И вот это и есть как бы главное в учении Tao. Arrest without arresting. Arrest without arresting. Control without controlling. Контроль без контроля, отдых без отдыха. Okay. So you spiral in the Dantian, the heart spiral, the crown spiral. Вы начинаете движение в сердце, в Дантиане, затем spiral, в сердце, затем в точке промежности. Начинается движение под ногами, звезда, которая под ногами, там you тоже движение. Ставите руку на макушку. Everybody? Put your все поставьте here. Руку вот таким образом. Above here is your personal star, the над guardian, маленьким higher пальцем self. Находится наше высшее я или наша личная звезда. And that is your star. Это наша звезда, она находится вот на таком расстоянии. When you dimly see the people, you started to see. When you look, not look straight on head, but you look above the head and you lightly focus on the below, you're going to start to see a dim light of the person. Когда вы смотрите вот на точку, вот на таком расстоянии над головой, вы видите такое туманное свечение, можете увидеть туманное свечение в этом месте. You look on the top. Вы видите, сначала смотрите вверх, а потом начинаете уже как бы смотреть на человека, и вот тогда вы можете and заметить это. Очень туманное такое вот что-то над головой есть, очень туманное. But when you look like that, но когда вы будете смотреть непосредственно на человека, вы не увидите это. Okay. When you dim your, when you close your eye, когда вы закроете глаза, and just aware a dim light above the head. И вы увидите вот этот вот такой туманный свет над головой. You started to aware of the star. Тогда вы начинаете осознавать вот эту звезду. And when you aware of it, а когда вы осознаете эту звезду, is connect. Тогда вы соединяетесь с этой звездой. That's simple. Очень просто. Believe and trust. Просто здесь верьте и доверяйте. Make it simple. Make it simple. А когда вы верите, доверяете, это упрощает. The Tao is simple, only people make it too difficult. Tao на самом деле очень простая система, и только люди усложнили ее. Okay. And when you think about your loved one. А когда вы думаете о ваших любимых. And a dim light above the head. И об этом туманном вот you make connect.
о свете над головой вы соединяетесь. That's all. It's connect. Okay? So, and when you aware the galaxy, и когда вы осознаете галактику над above, собой, над собой, below, внизу, left, right, справа и front слева, and back. Впереди и сзади, so your awareness now split out to 6, 7, 8, 9. Тогда ваше осознавание как бы разделилось на несколько, на девять таких. But you always must remember the Dantian. Но if this при, will этом, not turn, при этом каждый раз нужно помнить о Дантяне. If this will not turn, здесь не будет в движении, не будет вращения, то тогда и везде в остальных точках тоже не будет вращения энергии. Но если здесь есть вращение, то тогда и галактики, и везде вращение. Observations, consciousness, наблюдение, сознание, осознание. And aware the star 6 inches above you. И осознавание звезды, которая находится на 6 инчей над головой. Now the E. 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 Это название так энергии E. E. E mean my I heart power. Вот это название И, это энергия, энергия ума, энергия сердца, энергия нижнего дантяни. Когда соединяется, эта новая энергия называется, у нее есть название, называется И. Когда соединяется верхний ум, средний ум и сердце, становится один ум, который называется ум И. You have everything. You have the radar, you have the monitor, you have это the все. Здесь сюда входит и радар, сюда входит монитор, и сюда входит тот, кто наблюдает, наблюдатель. You're in business. Это уже как бы мы в деле. You can expand and pick up things and learn and здесь в этой ситуации можно расширяться, как бы собирать и делать все, что угодно. And the E can be anywhere. А это E может быть везде. When you do tai chi, когда вы делаете tai chi, aware of the dantian, when you move the hand, this is the E. Когда вы двигаете рукой, вот это И. But you don't remember your Dantian. Но вы всегда должны помнить о Дантяне. And your И, the combined power, are manifest in the palm. Вот эта вот смешанная сила, она идет в руки. Okay, so that is the И. Вот это И. It's moved not by this mind, but by this. И это делается не этим умом, которое в голове, это делается manifest умом, in the palm. Который в... Manifest in the eye. Manifest in the crown. Это проявление верхнего ума, сердечного ума и нижнего ума. You get this point, everybody? Вы поняли вот этот вот момент? Remember your Dantian. Помните о своем Дантяне. Turn your will in the Dantian. Все время чувствуйте Дантян. Okay. When we connect, the first thing, когда мы соединяемся, I'm going to help you ground yourself to the ground. Первое, я как заземлиться, да? Okay, ground yourself to the ground. You feel your leg are very big, very tall. Da 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 da, touch the ground. Вы чувствуете, как ноги начинают вырастать, становятся большими, большими, касаются земли. And from there you go all the way down. И оттуда, с земли, даже ниже идут они. Down вниз, to the galaxy. Вниз, 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 и через землю эти ноги проходят в галактику, которая находится под нами. Это очень важно, пройти wow. в землю, насквозь. Mother is our power and energy. Потому что Мать-Земля – это наша сила. Always feel grounding. И тогда, так, если мы заземлены. That's why the Iron Church practice is important. Поэтому очень важна практика железной the рубашки. The Iron Church practice is important. Вот эта практика очень важна. You physical grounding, you Потому mental что, grounding. Если мы физически заземлены, тогда мы заземлены ментально, умственно. A lot of people they think they're mental grounding, but the physical always fall down. Они думают, что они заземлены там вот в уме, но физически они падают, они не могут твердо стоять на ногах. Not grounding. Это не заземление. Okay, very important. Это physical and mental and spiritual have to go together. Потому что и физическое, и ментальное, и духовное они все должны идти вместе. And you connect, 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 и мы будем connect. Соединяться, соединяться. And next. И. And we connect into the middle. И мы соединимся где-то в серединочке. I will help you group everybody into the middle.
Посмотрите вот все в середину этого зала. Right in the middle there. Как раз в середине этого зала. So everyone connect. Каждый соединяется. Become one control button. И тут вот в середине как бы все мы превращаемся в одну кнопку контроля. So you press the button, everybody receives the message. И как только на эту кнопочку нажимаем, все получают послание. С этой связью мы можем соединиться с космосом. And we need the world, need the earth down here to link down also. И мы, конечно, также не нуждаемся в земле для этого. So people can be in America, in Asia, in China. Люди могут быть в Америке, в Азии, в Китае. You can link them together. Вы можете соединить их вместе. It's no matter where you are. Неважно, где вы находитесь. You link the people. Мы соединяемся с людьми. To the one energy. One common goal is force. We have to have one common goal. Мы должны иметь одну общую цель. The force. И одна общая цель это сила, энергия. And we're connecting to the heart of the universe. И тогда вот через эту общую цель, общую энергию, мы соединяемся с сердцем Вселенной. The core of the universe. С самым сердцем Вселенной. Смотрите, третий глаз. Let your eyebrow grow very long. Позвольте вашему третьему глазу вырасти и стать очень большим. When your eyebrow grow very long, you relax. You will feel relaxed. Когда третий глаз становится большим, мы чувствуем, что мы расслабляемся. Smile in your eye. Улыбайтесь в третий глаз. And let your eye drop down. И представьте, как глаза, улыбайтесь в глаза, представьте, как глаза падают туда назад, вниз. Sink back and drop down. Назад уходит и вниз падает. When your eye drop, you когда relax. Глаза западают, расслабляемся. Your mind relax. И ум your расслабляется. Eye drop down. Smile on your cheekbone. Улыбайтесь в щеки. Let the cheekbone grow to your ear. Представьте, как щеки and растут. Ear grow very они становятся tall. Такими большими прямо до ушей, и уши начинают расти. Lightly open your jaw, relax your jaw. Расслабьте вашу челюсть. Relax your tongue. Расслабьте язык. And let your tongue drop down. Представьте, как язык падает туда, через горло вниз. Jaw open. А челюсть слегка приоткрыта. Lightly open. Слегка приоткрыта челюсть. Relax your jaw. Расслабьте ее. Relax. Down. Вниз. Down. Расслабьте челюсть. Smile and relax. Улыбайтесь и расслабляйтесь. The more you relax, the more your mind will down. Touch your navel. Чем больше вы расслабитесь, тем больше ум опустошит и будет уходить вниз. Smile to your navel. Положите руки на пупок, улыбайтесь пупком. When you relax enough, a lot of saliva come out, and that is life. Когда вы достаточно расслаблены, во рту набирается достаточное количество слюны, это очень хорошо. When you feel your navel warm, spiral the navel. Когда вы почувствуете тепло в области пупка, начинаете вращать энергию в этом месте. When you feel your jaw relax. Когда вы почувствуете, что ваша челюсть расслаблена. Слегка откройте, приоткройте. Your tongue stick up to the palate. И почувствуйте, как ваш язык слегка касается неба. But still feel relaxed. Но при этом язык и все во рту и внутри расслаблено. Просто слегка коснитесь языком неба.
Feel the heart spiraling. Почувствуйте, как энергия вращается в области сердца. Hold your hand, touch your heart. Smile, your heart feels soft. Поставьте руки, держите руки около сердца, почувствуйте в сердце мягкость, в сердце нежность. When your heart's so soft. Почувствуйте нежность, сердце мягкость. Feel joy, happy. Почувствуйте радость, счастье. When the heart spiral, the crown spiral. Когда есть движение энергии в сердце, энергия движется в макушке, там тоже есть движение. Empty all the energy down to the standing and fuse three minds to one mind. Опустите всю энергию из головы, из сердца в нижний дантянь и соедините эту энергию там в одну энергию. The perineum spiral. Почувствуйте движение энергии в точке промежности. Aware the star above you. Почувствуйте звезду над собой. And the star below you. И звезду, которая под вами находится, под ногами. And aware the galaxy above, below, spiraling. Почувствуйте, как вселенная над вами, под вами вращается. Remember your dantian and turn the wheel. Всегда помните о вашем нижнем дантяне, продолжайте вращать энергию там. Aware the star of the person around you, your friend around you, connect. Представьте звезду над человеком, который около вас, или человека, которого вы любите, соединитесь с ним. And I'm gonna group you all and aware your loved one and your friend. Представьте ваших любимых, ваших друзей, которым вы хотели сейчас послать и дать энергию отсюда. Connecting you to the universe, the call of the universe. Через эту звезду соединитесь с центром Вселенной. Now expand your awareness, your star below, connecting to the earth. А сейчас соединитесь через звезду, которая находится под вами, соединитесь с землей. Your legs are very big and very tall. Ноги становятся длинными и большими. Extend it to the ground. И они проходят через землю, доходят до земли, проходят через землю, доходят до центра. From the core of you are a connection down to the galaxy. И соединитесь уже через центр Земли с
вселенной, которая находится под вами. Your bone are hollow. Кости полые. Give the command, pack, compress. Дайте команду. Дайте команду, наполняю, упаковываю, наполняю, упаковываю. Feel your bones with chi, compress and pack. Наполняйте энергию, наполняйте кости энергию, упаковывайте энергию в костях. When you feel full, когда вы почувствуете, как вы наполнены энергией, the energy up. Поднимайте энергию вверх. Tie the energy up. Вверх. And extend up to the heaven. И вверх до неба, вверх в небо. Руки. Feel every bone. Feel your sword hand with chi. И почувствуйте, как каждая косточка наполняется энергией. Your sword hand so big, so big, as руки big as the heaven. Руки становятся очень большими, большими, наполняются энергией. Feel with chi, compact and press. Собирайте энергию, упаковывайте в костях энергию, как можно больше наполняйте. Feel numb and feel heavy. Почувствуйте онемение, тяжесть. Down. Вниз. And now. И вперед. Remember your Tantian spiral universe. Не забывайте о том, что вы должны все время движение, чувствовать движение энергии в Дантяне и движение энергии в космосе. Tie all the energy down to the ground. Вниз, вниз энергию. Сейчас опускаем энергию вниз, в землю. Aware your bone very big, very long. Опять представляете кости очень большими, длинными. See your body cell are so big, 100 trillion cells are so big, fill the universe. Почувствуйте, как ваше тело вырастает до огромных размеров, разрастается во Вселенной. You just feel your cell are dark and gray. Если вы чувствуете, видите ваши клеточки темными или засоренными. Bring the chi into every cell, let it ring together. Просто пропустите луч энергии в каждую клеточку и дайте. Bring out all the sick energy out. И вытащите, отпустите эту больную энергию из каждой right клеточки. Right up, tie the chi up. Опять поднимайте энергию вверх. Into the bone and into every single cell. И в каждую клеточку, в каждую себя, в кости. And exhale, let go all the sick energy. И на выдохе позвольте больной энергии уйти, отпустите каждой клеточке, отпустите энергию. Out, down, to the ground. Вниз, 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 в землю. You see your cells are more brighter now. Теперь вы можете увидеть клеточки более чистыми. Again, your leg, your arm really big, really tall, really long. Опять ноги очень большие, уходят в землю. Left hand. Левая рука. Tie chi up into your bones. Поднимает энергию и направляет в кости. Feel all the cells with chi. Наполняет все клеточки энергией. 100 trillion cells, you see them big like a star. Мы видим клеточки как большие звездочки. Feel with chi. Чувствуем, как они наполняются. Ringing, 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 rings all the dirty things. Начинают очищаться, и вся down. Грязь выходит вниз. Опускаем энергию. Ow. To the ground. Вниз. Feel yourself getting brighter and brighter now. Почувствуйте, как вы становитесь чище, чище, ярче и ярче. See yourself? Видите? See yourself now? Видите, cleaner, чувствуете? Cleaner. Чувствуете, что ваши клеточки стали чище. Up, both hands. Две руки поднимаем вверх. Guide the chi from the galaxy. Ведем энергию, ведем энергию из Вселенной.
каждую клеточку, в кости. Улыбаемся нашим клеточкам. Up to the heaven. И вверх. God, the chief of the heaven also down to help cleaning out, cleaning out, clean out the cell. Начинаем опускать энергию, очищаем клеточки. Down to the ground. Вниз, вниз до земли. Dirty, cloudy, грязная, грязная, болезненная энергия клеточек опускается вниз. Роем в земле дырку и туда, в эту дырочку. Зарываем эту энергию. Rest. Отдыхаем. Just picture and see yourself so bright and clean and shining with light. Сейчас просто представляйте себя чистыми, сверкающими светом. Rest. Отдыхайте. And aware the star. Осознавайте звезду. And connect. И соединитесь с этой звездой. And connect up and to the universe. И соединитесь со вселенной наверху. And your hand pointed down. And ground the person down to the ground. Затем руки опускайте вниз и как бы заземляйте человека. First, aware yourself connecting to the earth with your bone and everything. Вначале, конечно, вы должны почувствовать себя, как вы заземлены. Feel yourself with bone, with chi. А что вы заземлены через ноги с землей. And aware the person bone connecting to the earth and compact and feel their bone with chi. И осознавайте, чувствуете, что ноги того, с кем вы будете работать, тоже заземлены и наполняются энергией. Поднимайте энергию вверх, через все тело. Up, all the way up. Вверх. And let the cell spread out and see the cell absorbing the chi. Very important. Очень важно в это время, вам нужно увидеть клеточки, это все клеточки, которые воспринимают эту энергию, которые как бы впитывают, все клеточки впитывают энергию. Spiral combined with all the dirty thing in the cell. И энергия, которую вы посылаете, начинает соединяться и вращаться с грязной энергией, которая есть. И на выдохе. Bend it out, let go, relax, let go, let go. Tell the people to let go. Скажите человеку, чтобы он отпускал, 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 расслаблялся, 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 и чтобы все больная энергия, все токсины уходили. Все беспокойства, все уходило в землю. Выройте землю и скажите, не возвращайся. И опять поднимайте. Поднимайте. Очищаете. И делайте это до тех пор, пока вы не видите, не представляете клеточки чистыми. Потому что если клеточки не чистые, вы не увидите никакого цвета там, ничего нельзя ни увидеть, ни сделать. Do six time. Делайте это 6 раз. Rest. Отдохните. And exchange with the partner. И поменяйтесь с партнером. Okay. Like we think a fire ring. Мы думаем о fire ring protect. Мы представляем и думаем об огненном таком вот кольце, которое окружает. The whole thing is we talk using so much power from the universe. А в универсуме мы из универсума мы можем брать и использовать очень большое количество силы, энергии. In the West you have all this, but you don't know how to use them. Мы можем это использовать, но мы не знаем, как это делать. That means you always use God. Мы обычно используем только как бы вот Бог, Бог, Бог. Help me. Send angel to protect me, you know. Пошли мне счастье, защити меня, Господи. And you think about the fire
in the universe. Когда мы думаем об огне, который находится во Вселенной, это очень важно. Raise your hand. Мы поднимаем руку. And light up with the fire, holy fire. И как бы зажигаем в небе священный огонь. You think about the holy fire. Мы думаем о священном огне. You light up with the holy fire. Мы зажигаем Bring его. The holy fire out, make a опускаем circle. Его и делаем круг. And make a fire. Make a circle. И делаем круг этой палочкой с огнем. Make a fireball. Делаем вот такой круг огненный. And cover yourself with a fire ring. И как бы закрываем себя вот этим огненным кольцом. This is very important on your practice trust and belief. Это очень важно в практиках веры и доверия. I mean, in the Tao we have, and we set up the animal protection. И в Дао мы. Animal protection. А мы в Дао, например, защита делается с круга животных, так называемый защита животными, круг North, животных. На севере. Tortoise. То это черепаха. South. На юге. Pheasant. Фазан. West. На white западе tiger. Тигр. East green dragons. А на востоке зеленый дракон. So that is the animal protections. Это защита животным, то есть как животным. Actually, is the direction of power. Это на самом деле это как бы направление энергии, направление And силы. And phoenix on the top. И феникс, красный феникс находится наверху. Like you can set up angel also, four corner. Five corner, six corner angel. А вы можете вместо этих животных также поставить туда ангелов по шести углам. Это здесь работает, значит, наше доверие и вера и практика, как мы работаем с этим. You never wrong, have more protection. Если вы хотите больше защиты, то вы не ошибетесь. Very important. Okay? Защита на самом деле важная вещь. And all these things is think and let it happen. А все это делается только когда мы думаем об этом, Trust и это происходит. Belief. То есть вера и доверие. And you're creating a big field. И мы создаем вот такое большое поле. If you work with 10 people, если мы работаем, например, с группой people, в 10 человек, 20 человек, or 30 people, или 30 человек, you make a chief field cover the whole мы people делаем you. Такой круг защиты, который покрывает вот это количество людей. You can build a chief field cover your house. Можно сделать такой круг защиты энергетический, который покроет дом. Cover your office. Который будет покрывать офис. And work with it every day. И мы работаем с этим каждый день. So the first thing you command the power into the chief field. А прежде всего мы как бы ведем команду, даем команду энергии, силе войти в это поле. Actually, it's just like you gathering all the material that you need to work. И в это поле мы можем собрать любой материал, с которым мы хотим работать, любой. All the supply. Можно любые как бы пункты сюда включить. In this part, like you drawing a picture. That's all. Можно просто рисовать картины. Just exactly like you drawing a picture. Просто рисуйте картины, с чем вы хотите работать. You have water, вот здесь flower, вот можно нарисовать картину mountain, гор, горы, forest, воды, леса, rock, precious stone, камней, sun, солнце star, поместить, moon, звездочек, star, луны, galaxy. Галактику саму. So you draw all the chi, draw all вот the chi into тогда the room. Всю энергию, command. Всю энергию вы набираете вот через Power эти картины. Вы ведете ее в поле. Power of the mountain. Вы ведете энергию реки, воды, энергию горы. Of the star, of the planet, вы ведете all энергию, into the room. Вы ведете энергию звезд, энергию солнца. Все это ведете в комнату. То And есть это энергия the room are so electrified. И вы можете почувствовать, что комната начинает наполняться мощным электричеством. It's so full with chi. Очень комната становится полной энергии. Okay, and you spiral. И вы начинаете не просто собираете, а начинаете Lightning эту энергию вращать. Lightning thunder is the last power.
И последняя сила, которую вы вводите, это сила сила молнии, сила грома, она как последняя сила входит. How good is your healing is the chief view, how good that you are. И вот насколько сильно, насколько хорошо ваше лечение, нет, насколько сильно поле чи в том месте, где вы проводите лечение, настолько успешно ваше лечение. If you work with the chi field, если вы работаете с полем энергии, если вы используете для этого одну и ту же комнату, when you stand there, you are aware it, boom, is there. Вы очень быстро образуете вот энергию в этой комнате. Вы начинаете представлять, и мгновенная энергия появляется. And the chi is there. That's all. И энергия здесь, в комнате. Okay. So it's just like you're drawing a beautiful picture. Для этого нужно просто нарисовать красивую картину. And the heaven. Небо. Last part is the heaven. Последняя сила это небеса. The sun, the star, the planet, the galaxy. The Milky Way. И здесь у нас в небо входит это звезды, солнце, луна, галактика и Млечный Путь. All move in the room. Все это начинает двигаться в комнате. Finally, lightning, thunder in. И последнее вы вводите молнию и гром, это энергия грозы в комнату. You cover with the chi field. И тогда это все покрывается энергией. Это упражнение называется... Черепаха, журавль, да, журавль. Your stomach also. Не забудьте о том, что вы должны, когда вот подтягивать желудок. Roll your stomach, roll. Старайтесь вместе с шеей, чтобы желудок тоже такое вот движение делал, катающееся. Отдыхаем. Empty your mind down to the dantian. Опустите ум вниз, опустошите его, опустите ум вниз в нижний дантян. Activate the wheel and turning the wheel. Активизируйте. Что он активизирует, не поняла. Now it's very automatically when you turn this wheel, the heart wheel turning, the crown turning, the universal turning, the perineum turning, the galaxy below turning. It just turns by itself. You just aware of it and let it turn. Активизируйте движение энергии в нижнем дантяне, активизируйте это колесо. Я не услышал слово колесо. И тогда, если вы активизируете это движение, этот круг, это колесо, активизируется движение в сердце энергии, движение энергии в уме, в третьем глазе, на макушке и в точке промежности. Simply let it turn. Просто позвольте этому вращаться. Hold your hand, touch your heart, feel your heart. Соедините руки, почувствуйте в сердце нежность. Love, joy, happy. Любовь, радость, счастье. Compassion. Сострадание.
Aware the star above you, the star below you. Осознавайте звезду, которая находится над вами и под вами. Connect to each other. Соединитесь через эту звезду друг с другом. And feel your feet extend very long, connecting to the earth. И представьте, как ваши ноги, становясь очень длинными, уходят в землю и проходят через землю. Raise your right hand up. Поднимите вашу правую руку вверх. Your hand very big, very tall. Рука становится очень большой, очень длинной. Aware the holy light burning in the universe. Осознавайте священный огонь, священный свет, который горит во вселенной. Your hand, your arm are hollow. Ваша рука полая, пустая. On the bottom, like a pail is sealed. On the bottom of your arm is sealed. Seal. Like a basket is sealed. Mm-hmm. Здесь у вас как корзина, корзинка под подмышкой. So you pack with the light of the holy light and chi in the whole arm. И вы начинаете упаковывать энергию всю руку. And bring the light down, make a circle around your house and around your body. И этот свет, который вы достали в небе, вы опускаете. И этим священным огнем окружаете. Окружаете дом и себя кругом огня, колоколом таким огня. Feel a chi field cover the whole room here. Почувствуйте, как поле чи огненный такой закрывает всю комнату. Command the power of the lake. Командуйте силе озера. Feel into the room. Наполнить эту комнату. The power of the oceans. Энергии силы океана. Наполнить эту комнату. The power of the flower and the forest. Силу цветов и леса. Feel in the наполнить эту комнату. The power of the mountain. Силу горы, гор. The fire power. Огненную силу. Gathering all the precious stone and rock. Соберите силу всех камней и драгоценных камней. Gathering all the power of the moon, the planet, силу планеты, луны и солнца, приведите эту энергию, эту силу в комнату. And the power of the galaxy and the Milky Way. И силу галактики и Млечного пути тоже в комнату. Wind, силу ветра, the wind blowing. Силу ветра, ветер дует. And the lightning and thunder right down here and и молнии, feel electrified in the room. В комнате насыщает электричеством. Чувствуете высокую электричество в комнате. Just smile to the chi field. Улыбайтесь поле чи. The room is full with chi and energy. Комната наполняется энергией, силой. The angel protecting in the sixth direction.
Ангелы защищают нас в шести направлений. Protecting animal. Это могут быть ангелы или защищающие животные. На севере черепаха. Think and let it happen. Подумайте, и это происходит. Представьте черепаху на севере, на северной стороне. Tortoise on the north. Черепаха на севере. Pheasants. Фазан in the south. На юге. Green dragon in the east. А зеленый дракон с востока. White tiger on the west. Белый тигр с запада. Phoenix on the top. И феникс красный наверху. Tortoise on the bottom again. И опять черепаха внизу. Feel you sitting in the chief field, absorbing the chi from the universe and the nature. Сейчас вы сидите в этом поле чи, вбираете это поле чи в себя. Это энергия вселенной, энергия природы. Впитывайте энергию в ваши кости. Впитывайте энергию в каждый орган. You connect with the chi field. И процедура заключается в том, что вы соединяетесь с поле чи, а вы делаете соединение, строите поле чи. Okay. And you started to clean a person out. Тогда вы начинаете очищать человека в этом поле. Okay. So, эта энергия помогает возобновить сон. People sick, they cannot sleep, they get more sicker.
Потому что люди, которые плохо больны, они плохо спят, и потому что они плохо спят, они еще более больны. Now they are so simple sleeping pill. Сейчас эта проблема решена очень просто, есть специальные снотворные таблетки. But apparently sometimes it don't help that way. You know, you try to suppress the brain to sleep, but the body don't sleep. Но это достаточно сложно, иногда не помогает, потому что иногда мы просто-напросто заставляем мозг уснуть, но тело не спит. Blue, cold, мы ocean blue. Голубую, холодную энергию, голубую энергию океана. And channel the energy down. И опускаем энергию вниз, вниз, холодная, прохладная, голубая энергия. Again, channel. Опускаем ее вниз, вниз, вниз. Now green. Green tea is milder and safer as compared to the orange tea. Итак, зеленая энергия, зеленый цвет, она мягче и она как бы не такая сильная по сравнению с оранжевой энергией. И поэтому эта энергия используется в очищении, когда мы очищаем больное место, освобождаем. Green and blue always used together. И зеленый и голубой всегда вместе идут. Сначала голубой, потом зеленый. Historic forest. Это исторический лес. Very old forest. Green color. Зеленого цвета. Now, when people have wound or sick or cancer or sick organ. Если у человека больной орган, у него ран или рак. And very dirty solar plexus. Или очень засорено солнечное сплетение. You use the green. Сначала мы используем зеленый. If a small area use. Если это небольшая область, тогда мы пальцем это делаем. Very small area, use one finger. Если маленькая совсем, мы пользуем. That's what the five-finger you do. Мы используем средний палец. Это вот тоже из руки, из ладони Будды. Будет средний палец, если совсем маленькая область, да, больна. So you get the green. Вы собираете зеленый. It's a small area, you spiral. И делаете, it's a big area, you push. Если это небольшая область, то там крутите спирали. Если это большая, you то push, толкаете энергию you pull. И вытаскиваете. Now, for example, the person here, you push, like you want to clean the solar plexus. Например, or clean the lung. Нужно вычистить солнечное сплетение. So you spiral with green. Сначала вы ведете, закручиваете зеленый, move. Чувствуете, как энергия двигается. You push and disperse to the ground, to затем, the universe. Вы толкаете энергию в солнечные сплетения. Draw the energy from the universe back. We're going to do the cycle action. Draw the energy back. И затем вы вытаскиваете эту энергию назад. And not come to you. И чтобы она не пришла, эта энергия не перешла stop к вам. Right in the middle. Вы здесь оставляете ее на середине. Okay. Empty force. And push. Еще разок толкаете эту энергию туда. And you pull. И опять вытаскиваете. Push. Опять толкаете и вытаскиваете. And when you feel it's clean, и когда это чище становится, blue. Чистое, тогда голубую энергию делаете. Green light detergent go in and combine with the dirty. Зеленый очень хорошо смешивается, энергия зеленого хорошо смешивается с water засоренным. Это очень освежающее, очищающее. You get the idea? Вы поняли, да? Зеленый, а затем голубой. So it's clean out the this congestion at disease part, like here disease jam up there, no energy can move. This one will go in and clean them out. Если, например, засорение, там, например, воспалительные процессы, loosen the area. Кожи очень хорошо зеленым. Orange to expel the loosened disease. Тогда, когда мы используем зеленый, тогда вот после этого можно использовать оранжевый, потому что оранжевый начинает уже залечивать. Orange we regarding a very strong qi, so we avoid the head, the eye, the spleen or the heart. We avoid them. Оранжевый мы используем, но поскольку это очень сильная энергия, мы стараемся избегать работы с этой энергией с головой, с глазами, с селезенкой и с сердцем. Избегаем работы с этим цветом на этих органах. So we use the light green like this, green and white. Green, any color always mixing with white. Вообще на самом деле любой цвет смешивается с белым цветом, может быть смешан, получается светлый цвет, да? And organ qi and orange qi. So you use the green to break down and very stubborn thing. After you use the water, you use the orange
to expel. Оранжевая энергия помогает выбросить заболевание. Вода, вот, которую мы пили, и оранжевая энергия, если нужно, скажем, вынуть из организма, помогает вынуть, выбросить это. So, detoxify, cleaning, breakdown. И зеленый, опять же, цвет помогает очистить и убрать засоренность. So, loosen diseased part and break down dead cell. Кроме того, помогает выбросить мертвые клетки, то есть очистить организм от мертвых клеток. The quicker you can break down the dead cell, the quicker the new cell will grow. Потому что чем быстрее выбрасываем мы из себя мертвые клетки, тем быстрее рождаются чистые новые клетки. Blue and green are very close. Зеленый и голубой очень близки друг к другу. It can break down blood clot, can bring down fever. A cold energy can bring down fever. Если, например, есть застоявшаяся кровь или вот как мы говорим, когда плохо работают, сжимаются сосуды, тромбы, да, значит, so тромбы nearly every time you want to do anything. Снять green температуру. And blue, all the time. А на самом деле всегда начинать нужно с голубого и зеленого. Любое заболевание абсолютно мы начинаем first. С зеленого или голубого, потому что вначале мы clean как mouth, flush them out with water and expel them with orange. Выбрасываем с оранжевым. Значит, мы чистим голубым, чистим зеленым, охлаждаем голубым и начинаем оранжевый, который помогает вытянуть. Okay, the orange. Теперь оранжевое. The orange is quite strong, so we don't use in the eye, we don't use in the head. Еще раз Матачи повторяет, что оранжевое не используется для головы, для глаз. We only use the orange when it's very stubborn and very hot. Мы используем оранжевый, like cancer, когда we need to expel a lot of things. Очень сильная уже как бы вот на опухоль, которая не поддается другому воздействию, если есть рак. So you want to expel, eliminate waste, toxic germ and disease energy. Эта энергия помогает убирать вес, токсины. И всю больную энергию, которая есть, помогает убирать из организма. People have constipation. У людей очень часто бывает запор, помогает okay. запору. Orange clockwise moving according to и the intestine. И тогда нужно двигать по часовой стрелке. Now when menstrual pain. Менструальные боли то же самое. So you clean them with green, blue. Сначала голубое, оранжевое, зеленое, голубое, а потом оранжевый боль как бы убирает. Arthritis, артриты, cyst. Это in the old, let's come up, or in the old, we have cyst come up. А это самое, как это называется? Ну, киста. Киста, да. Okay, cold cough. Холодный, сухой кашель это называется. Lung problem. Проблемы легких. Cough, lung, чья, это может быть asthma, кашель, also. Астма. But you must use the blue Но вначале перед оранжевым orange. Нужно использовать always, always голубой. Remember Всегда that. Запомните, что сначала используем голубой, а потом оранжевый. Always have orange mixed with white. Используйте оранжевый, смешанный с белым, то есть светло-оранжевый цвет. It's a power color, so should not avoid to use treating delicate organ like eye, brain, heart. Это очень сильный цвет, хорошо лечит, но нужно spleen, избегать, как вот мы сказали, селезенки, retina, сердце, мозг, hemorrhoid in the brain. И, something grow in the brain. Но это не геморрой, а то, что наросты в мозге. Вот мозг не надо трогать с оранжевым, глаза and не надо трогать с оранжевым, сердце и селезенку. И горловой центр тоже не трогать оранжевым. The solar plexus and navel are connecting to small and large intestine. So when we need to be cautious. Солнечное сплетение соединено, этот центр соединен с толстым и тонким кишечником, поэтому использовать этот цвет нужно очень аккуратно. So sometimes we work on the organs, but it can affect the solar plexus. А иногда мы, например, можем работать с органом, но это может повлиять на солнечное сплетение, потому что он соединен с солнечным сплетением много Appendix pain. Appendix.
Если у людей есть аппендицит, то это может вызвать... Не используйте оранжевый, потому что это может вызвать... It can get worse. Может стать хуже. Can activate when people unconscious or people going to die. Оранжевый цвет помогает привести человека в сознание, если он потерял сознание, или когда он умирает, помогает помочь ему прийти в себя. You actually can prolong the people live longer, but he's still going to die. Можно продлить человеческую жизнь, если он собирается умирать, используя вот этот цвет. There's a two more, four more, most colors you use. А здесь еще можно, да, использовать еще цвета. The violet. Это фиолетовый цвет. I mean, violet is for energy anything. А фиолетовый цвет – это цвет, который дает энергию, энергетический. We have three energy energy. У нас на самом деле три энергизирующих violet, цвета. Фиолетовый, white, белый and red. И красный. But violet can cure anything. Фиолетовый лечит все абсолютно. But if you have doubt, you don't know what color to use to energize, always use white. Но если вы не знаете, вот какой цвет использовать в той или иной ситуации, какой цвет, то всегда используйте белый, если вы сомневаетесь. Now using red have to be cautious. Если вы используете красный, вы должны быть очень аккуратны. Only weak organs can strengthen with red. Только очень слабый орган может усиливаться через красный цвет. So if you don't know anything, what to use in doubt, white. Если вы не знаете, что там происходит в органе, не знаете, какая там проблема, гораздо лучше использовать белый. And other than that, violet can heal any use to heal any disease. А затем фиолетовый, который может на самом деле вылечить абсолютно любое заболевание. Okay. So violet light, it comes from the crown. Фиолетовый цвет идет на нас из нас с макушки. Higher self. Из высшего я. And the universe. И вселенной. The North Star and the Big Dipper. А он идет, этот цвет идет от северной звезды и звезды Большой Медведицы. When you channel the violet light down. Когда вы собираете фиолетовый цвет. When first you must enter on the high of your star. Сначала вы должны как бы войти в ваше высшее я или звезду, которая находится над головой, над макушкой. It will program itself. И как бы запрограммировать себя. That means your star have all your information. Потому что эта звезда, которая находится вот здесь, вот как мы вчера говорили, она несет всю информацию о нас. But the violet light have the only one light can be programmed, so it's different from the white light. А этот цвет отличается от других цветов, потому что этот цвет необходимо запрограммировать. So when you channel down, stop on the star. Когда when the person also you stop on the star. Когда вы идете работаете с другим человеком, вы как бы останавливаетесь на его звезде. The white light will pick up the information of the problems, sickness, emotional, mental. Потому что фиолетовый цвет, он как бы соберет информацию о вас или о том человеке, которого вы лечите, о том, что у него, какие проблемы, какие заболевания, потому что вся информация в этой звезде. And when it come into the body, it know what to do. И когда этот цвет уже идет в тело, тогда этот цвет, энергия этого цвета знает, что в этом теле делать. So he have all the property of all the arcana, and it can rapidly regenerating effect on damaged organ and nerve. А у этого цвета есть как бы все качества цвет все предыдущих цветов, о которых мы говорили. Этот цвет может мгновенно восстановить органы. Разрушенные органы, восстановить нервную систему и имеет регенерирующий эффект. Now, when you use the violet light когда to energize, вы используете фиолетовый цвет для энергизации, you still need to use, so you get the green energy. Вы все равно, несмотря на это, вы все равно должны использовать вначале зеленый. Green used for clean out and detoxify. Потому что зеленый используется, как вы помните, для того, чтобы вычистить, вымыть. Green also used for stabilize. Но он не только для этого, он еще и стабилизирует. It's just like the violet light don't stay too long in the body. Потому что фиолетовый не может долго в теле оставаться. But when you use the green first. Но когда зеленый вначале мы используем. Blue. Голубой затем. Energize. Clockwise. Энергизируем. Энергизируем это всегда. And you give the command.
Stay. А потом мы даем команду остаться. Very quick, just a few seconds only. Очень быстро, green, несколько секунд, зеленый. Stay. Останавливаем. Blue, голубой, stay. Голубой цвет. Violet, останавливаем. Фиолетовый. Program. Программируем фиолетовый down, цвет. Опускаем вниз. Stay. Останавливаем. Okay. Light, the light, very quick, gone, finish. Потому что свет этот фиолетовый очень быстро исчезает. Now, if you don't clean out, so now if your cell don't clean out, your bone marrow don't clean out. Если клетки грязные и костный мозг загрязнен. Your body so dense. И тело достаточно плотное. The light cannot go through. То этот цвет фиолетовый, он просто не пройдет. But when you don't program the light. И в том, и если вы не запрограммируете, and you don't не дадите use the blue and green light. С фиолетовым, если вы не используете зеленый и голубой. Even you are very clean. И при этом останетесь the light go through, that's it. Не очень don't чистый, hold. То ваш цвет просто пройдет как бы сквозь stabilize. Вас и не стабилизируется, не будет его там. Stabilize, very important. Поэтому очень важно застабилизировать это. Green, поэтому зеленый, blue, голубой, violet, program down, фиолетовый, stay. Stop. Stay. Останавливайтесь. Tell it to stay. Как вы даете команду остаться, остаться этому okay. цвету. And the cell exhaust and hold и в это energy. Время клетка втянет в себя и удержит этот цвет, эту энергию. Sometimes it's too white or too clean, it don't hold energy. So иногда, the light go through and pass through and finish. Иногда ситуация такая, когда тело просто не удерживает энергию, она просто проходит через тело и все. So you always use the blue and green light first. Всегда нужно использовать зеленый и голубой до фиолетового. So you always have to develop a core center. Этот фиолетовый также развивает центр макушечный. Connect all the way to the ground. Соединяет нас с землей. Your Dan Tien is very important. Очень важно здесь наш Дан Тен. Okay. This is a fixed cost. What we learn now is a fixed one that you have to work with people. Work вот это как бы фиксированный курс, по которому вы можете работать с людьми. So the first thing you do. Первое, что вы должны сделать. Connect the star. Соединиться со звездой. Первое. Creating a chi field. Обязательно создать поле чи. And you empty the sick energy. Затем опустить больную энергию. Это there's первое. There's a marrow exchange the energy out. Через костный мозг, через опустить больную энергию. Вниз. Now we're going to general cleaning out again. Second cleaning. Теперь мы начинаем как бы второе очищение. So we get the green light first. Сначала мы берем зеленый. When you get everybody grounding, мы заземляем всех. Connect. Соединяем. You get the green light spiral. Мы видим, как зеленый цвет начинает вращаться spiral такой with the mind. Воронкой, да, воронкой. From the universe. Из spiral down, spiral down, spiral down. Вращается, вращается, воронкой входит. So we clean out your house. Очищает дом. Clean out your office. Очищает офис. Clean out your loved one. Очищает ваших clean out любимых, your body. Очищает ваше тело. So we continue spiral, spiral, spiral down to the ground. Вниз, 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 вниз до центра земли. Dig a hole, bury all the sick energy there. И вырыйте там ямочку и все и захороните всю больную энергию в ямочке в этой do ямке. Do 3-6. It's depending how many people sick there. It's very sick. You need to do more. На самом деле делайте несколько раз, делайте столько раз, но это зависит от того, сколько людей сидит. So you go to the force and spiral counterclockwise. Вы начинаете опускать энергию против часовой стрелки. Против and clean часа, them out. И опускать ее в землю. Okay. 3, 6, 9, 36. От 3, 6, 9, 36 раз. It depends. If they're very sick, you need to clean more. Ну, в зависимости от того, ну, как, какие люди там. Blue. Ocean blue, sky blue. Голубой. Whole energy. Представляете океан? Cool, blue, clean out. Небо начинаете голубое опускать. Down, flushing out. Вниз, в землю. So you are where the North Star, the universe has so much violet light. Во Вселенной очень большое количество фиолетового цвета. Where the North Star, Big Dipper, the sky мы представляем большую медведицу и северную звезду и видим, как оттуда channel the energy, now it's clockwise now. Clockwise, фиолетовый цвет spiral,
мы видим, как опускается этот фиолетовый цвет. Down to the star, вниз, connect the star first, let it programming. Вниз, программируем этот цвет. Let the violet pick up the program. Давайте сделаем так, чтобы фиолетовый цвет принял программу, которую And мы создали. And continue flow down to the whole body. И он продолжает спускаться через тело. And next one. И следующий. The command now, very important. Команда очень важна. This command. Очень важна команда. And you come back again. Опять начинаем. And aware your brain, feel the brain with chi, keep the command. Чувствуйте, сознавайте, как feel the brain with chi. Наполняется энергией фиолетового цвета. Sickness, all sickness go away. Вся болезненность уходит. And the brain back to normal function. Every cell of the brain back to normal function. И клеточка начинает функционировать правильно. You are working with cell. You have to understand. Мы на самом деле сейчас работаем на клеточном уровне. You're not working. So you see the brain cells so big, filled with violet light. Вы чувствуете клеточки мозга большими, наполняющимися фиолетовой энергией. When you are in unconscious awareness and consciousness. Но при этом вы остаетесь в осознании нижнего дантяни и сознании сердца. You give a subconscious command in work. Вы сразу можете дать команду фиолетовому цвету. Tell the cell, get рид of the sick energy, and back to normal function. Вы даете команду освободиться от больной энергии каждой клеточки. The cell is very important. Очень важно, чтобы каждая клеточка услышала и приняла эту команду. Down to the eye. Потом вниз, в глаза. Sickness go away. Болезненность уходит. And back to normal function. И опять возвращается нормальная функция. Your nose, your mouth, your tongue, your teeth, your ear. Глаза, все, что у нас во рту. First picture is feel. Like a waterfall, violet light flow down to your senses. Sickness go away. Капает с неба на вас. All back to normal function. Your throat. До горла доходит. Your heart, your lung. Затем, your heart. Затем в легких thymus, сердце. Your lung. Через тимус печень. Liver. Печень. Spleen, pancreas, stomach. Потом поджелудочную железу, поджелудочную железу, селезенку. Small intestine, в тонкий кишечник, large intestine, толстый кишечник, sexual organ. Сексуальные органы. And picture all the cells are filled with violet light, sickness go away, or back to normal function. И вы представляете, как вся болезненность уходит вместе с этим светом и сиреневым светом и начинает функционировать. This is a group healing. Это групповое излечение. The more you do, the better they're going to feel. Sometimes right in a session they feel better. Чем больше людей, чем больше вы это делаете, тем лучше люди чувствуют себя. And after that, после этого, we're going to be activate the immune system and defense system. После этого мы начинаем активизировать иммунную и защитную систему. And the whole session finish. И вся сессия завершается. And you go to individual now. И тогда вы уже so you have a group 20 people, 30 people, you must do this set. Когда у вас большая группа, вы делаете вот этот набор упражнений. It take about 20 minutes. Это обычно забирает group. 20 минут. The whole group work together. Когда вся группа работает вместе. Okay, the whole group work together. Когда вся группа работает вместе. And after that you split out and you work with individual problem. После этого мы разделяемся и работаем уже с каждым индивидуумом отдельно, с каждым человеком отдельно. Okay. They have eye problem, they have tumor problem, they have cancer problem, если у них they там have уже индивидуальные kidney problem, проблемы, если у них там проблемы, they have рак, проблемы old wound, burn проблемы, problem, проблемы so they work шрамов, on a different проблемы ожогов, ну у каждого как бы что есть. And the person in a distance, you can do that. То же самое мы можем сделать с человеком, который находится на расстоянии от нас. When the people go home, when you meditate, you think about them, you link and you meditate. А когда вы, например, люди do the same set, they receive the same energy. Вы представляете человека, с которым хотите работать, делаете тот же самый набор и то же самое. So let's do this part. Давайте сделаем вот эту часть. And afternoon we finish the bone and it's finished the first the session of group healing and going to be individual now. Мы заканчиваем это, мы как бы завершаем набор, который мы делаем с общей работой, да, с группой. Sometimes, а потом работаем уже индивидуально. Oftentimes, a group healing is already take care of a lot of problem. I'm sorry. Excuse me. Group healing already take care of a lot of problems. Yes. Mm-hmm. Иногда, работая с группой, можно уже решить очень многие проблемы в каждом человеке. Okay. Иногда. Touch your navel.
Положите руки на пупок. Empty your mind down. Опустошите ум, освободите его. Three mind, one, relax, let go. Eyebrow, long. Eye, sink down, drop down. Соедините три ума в один ум. Ear, connect to the cheekbone, grow longer. Посмотрите, как вырастает, представляете, как вырастают уши. Jaw, relax, tongue drop. Челюсть расслаблена. Shoulder, relax, chest, relax. Плечи расслабляются, грудь расслаблена. Hold your hands, mind your heart soft. Соедините руки, поставьте их перед грудью, почувствуйте сердце мягким, нежным. Love, joy, happy. Любовь, радость, счастье. Passion. Сострадание в сердце. Spiral in your dantian, spiral in your heart, spiral in your crown. Почувствуйте движение энергии в нижнем дантиане, в сердце. Let the wheel turn. Дайте колесу вращаться. Where the star above you or the star below you? Осознавайте звезду, которая находится над вами и под вами. Connect the star to each other. Соедините через звезду друг с другом. Connect the star to the instructor. Соединитесь со звездами инструкторов. Connect the star to your loved one. Соединитесь с любимыми, которые ваши любимые. And connecting the star to me. Соединитесь со мной. Group the star into be one star above. Ставьте, что в центре находится одна большая звезда. And I'm going to connect you to the universe. Через эту звезду мы соединяемся со Вселенной. Hand down. Снимите руки вверх. Where the star below. Руки вниз соедините, там, где внизу звезда, к звезде внизу. Connecting all the way to the core of Earth. Соединяясь с землей до центра земли, соединяемся. Your leg very big and tall down to the Earth. Очень большие ноги у нас уходят далеко, глубоко в землю. Down to the galaxy. И через землю в галактику. The bone hollow, packed and filled with chi. Кости полые, наполняются энергией чи. Raise the chi up. Начинается поднимать энергию вверх. When you do it, you do for other people. Now you do it yourself. Do for yourself. Raise the energy up. Feel the energy. With the whole body cell filled with chi. Все тело наполняется энергией. Rinsing. Exhale, empty it out, let go, relax, let go, relax, let's go. Опускайте энергию вниз, опускайте больную энергию вниз, вниз. Again up. Расслабляйтесь. Опять вверх.
down empty. Вниз, опустошаем вниз. And up. Вверх. Down empty. Вниз. Feel your body clean. Чувствуйте, как ваше тело очищается, наполняется энергией, и больная энергия уходит вниз. Raise your hand up. Поднимите, aware the holy fire. Поднимите правую руку вверх. Ощущаете священный огонь вверху. Follow the holy, bring the holy fire down, make a circle around your house, этот священный огонь, the meditation hall here, и делаем круг, and around your body. Круг вокруг тела, вокруг дома, этим священным огнем. A dome cover. A chi fuel, a dome cover. Это, и мы таким образом создаем поле чи. By the power of the ocean, power of the wind, power of the lightning and thunder, gathering the force into the room. Силы ветра, силы грома, мы вводим все эти силы в комнату. Power of the mountain, power of the lake, gathering into the room. Силу озера, силу горы. Flower, precious stone, holy place, all gathering into the room. Святые места, все собираем в комнату. Power of the sun, the moon, the planet, the sun, the star, the galaxy, the Wu Qi power from the universe, all down into the room. Все вводим сейчас в комнату. Wind move, blow the wind in the room, blow the wind. Ветер, ветер. And sparrow. Lightning, thunder, electrify, electricity. Молнии и гром вносят электричество в нашу комнату. Raise your hand up. Aware the green light, historic forest in the universe, green light. Старый лес, зеленый лес. Always remember your Dantian spiral. Все время помните о том, что движение в нижнем Дантиане, энергия. Being the green light counterclockwise spiral in the corner of room from the universe, spiral down, loud up, clean out your house. Энергия истекает из неба и течет воронкой вниз, спускается против часовой стрелки. Clean out the room. Очищая наш дом, нашу комнату. Clean out your body, all the person body, the other people body. Человека, который здесь находится. Continue going down, combined with sick energy, combined with toxic energy. Чувствуете, как эта зеленая энергия, соединяясь с больной энергией? Continue go down to the ground. Продолжайте опускаться вниз, 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 вниз на землю. Dig a hole, bury it. Сделайте отверстие, дырку в земле и похороните больную. Stay and don't come back. Оставайся там, не возвращайся. Again. Еще раз. Green. Зеленая. Sparrow. Спускаем зеленую энергию. Detergent. Clean out. Очищающий, детоксикирующий, очищающий энергию, освобождающий от токсинов. Again, one more. Еще three раз. Times, at least three times. По меньшей мере три раза нужно это сделать.
sky blue, ocean blue. Мы представляем голубую энергию океана. Water washing, clean out the dirty thing remain in the body. Water blue color spiraling. Спускается голубая энергия, голубая, как голубая река, как голубой океан. Flushing out all the way down to the ground. Смывает все на своем пути, все загрязнения уходят в небо, в землю. Eventually use your mind, the guide. Чтобы вести эту энергию, нужно использовать силу ума. Again, blue. Еще раз делайте голубую энергию, пропустите. Еще раз голубую, три раза. Aware the violet light in the universe. Представляете фиолетовый цвет во Вселенной? North Star and Big Dipper. Представляете, осознавайте большую медведицу и северную звезду, полярную звезду. See all yourselves very big as star. Представляете все ваши клеточки. Spiral the violet light down. Feel all the self, feel your heart, feel your loved one. Почувствуйте всех, кто находится в этой комнате, ваших друзей, ваших любимых. Now, raise your hand, keep command, see your brain cell, feel your brain cell with water light, sickness go away. Поднимите руки, представляете, как энергия проходит до вашей головы, в мозг, очищает его. All back to normal function. И даете команду очистить и вернуться в нормальное функционирование. Очистить и нормально функционировать. Eye, ear, nose, mouth, tongue. Глаза, нос, рот. Feel with violet light, sickness go away, and back to normal function. Как фиолетовым цветом уходит все болезни. The throat center. Тара. До горлового центра. Feel with violet light. See the cells so big and spread out. Чувствуйте, как клеточки растут. Расширяется, наполняется фиолетовым цветом. Sickness go away. И болезнь уходит. Back to normal function. Позволяющий болезнь уходит, нормальное функционирование. Легкие. Lung filled with qi. Легкие наполняются энергией. Violet light. Фиолетовым цветом. Sickness go away. Болезнь уходит. Back to normal function. Назад к нормальному функционированию легких. The heart and thymus. Сердце и тимус. Feel violet. Наполняется фиолетовым цветом. Sickness go away. Болезнь уходит. And back to normal function. И назад возвращаемся к нормальной функции. Нормальной функции сердца и тимус. Либо. Печень. See the cell of the liver spread into the universe. Представляем, как клеточки печени расширяются в пространстве Вселенной. Sickness go away.
наполняясь фиолетовым цветом, болезнь возвращается в нормальную функцию. Spleen, pancreas, stomach, all together. Желудок, поджелудочная железа, селезенка вместе. Filled energy. Наполняется энергией. Or back to normal function. Возвращается в нормальную функцию. Small intestine. Тонкий кишечник. Sickness go away. Уходит из него вся болезнь. All back to normal function. Возвращается назад нормальное функционирование. Large intestine. Толстый кишечник. Filled with violet light, sickness go away. Наполняем фиолетовым цветом. Болезненность уходит, возвращается к нормальному функционированию. Sexual organ. Сексуальные органы. Filled with violet light. Наполняем фиолетовой энергией. Sickness go away. Болезненность уходит. All back to normal function. Возвращается к нормальному функционированию. Back to your dantian again. Smiling spiral. Назад возвращаемся в наш дантиан. Чувствуем вращение энергии в дантиане. Отдыхаем. The secret is always remember your dantian and spiral. Секрет заключается в том, что мы все время должны помнить о нижнем дантиане и вращать. Ретушированная жизнь современных йогов, объединенных идеей познать самих себя. Вы познакомитесь с тайными техниками, передававшимися веками от учителя к ученику из уст в уста, оздоравливающими организм, тело, ума, регулярное выполнение которых приведет вас к совершенству духа. Вместе с мистиком Андреем Лапиным вы побываете на Амазонке, в Африке, в Индии. Серия видеокассет и DVD студии Джоти «Внутренний мир». Рубрика «Беседы ни о чем» с Андреем Лапиным. Не замерзай, акуна матата. Этот фильм посвящен развитию сознания, техникам, с помощью которых можно подготовить тело для пропускания тонких энергий, развить энергетические центры чакры. Вы узнаете, как навсегда расстаться с эго, что такое медитация, самонаблюдение, самадхи. Андрей Лапин. Реализация за одну жизнь. Одно только небо. Это путешествие с Андреем Лапиным в мистическую природу человека и мир безусловной любви. Вы побываете в древнейшем месте силы, в Гималаях, на севере Индии, в Кедарнате. Вместе с нами вы войдете в тайну тайн, каменную хижину высоко в горах, где медитировал великий Шива. Вы увидите старцев с удивительными глазами, не покидающих этот храм.
Вы изнутри ощутите энергию того места, где провела 300 лет Парвати, ожидая своего любимого Шиву, медитирующего в горах. Вы побываете в древней Агре, в величественном храме Тадж-Махал, и узнаете историю любви, в честь которой он был построен. Экспедиция в древнюю Индию со знатоком этой страны, мистиком Андреем Лапиным. Одно только небо. Эволюция сознания Вселенной. Что такое предельное развитие человека? Возможно ли стать совершенным существом в этой жизни? Какие методы и техники существуют для того, чтобы открыться движению энергии Вселенной, в которой не существует смерти? Все это и многое другое в «Эволюции сознания Вселенной» с Андреем Лапиным. Что такое трещина между мирами и как пройти через нее? Как войти в осознанный сон и путешествовать в сновидение? Перепросмотр, йога-нидра, переход в иную реальность. Сон Нагваля вместе с Андреем Лапиным. Как стать спонтанным и навсегда покончить с автоматическими реакциями? Можно ли в поисках неведомого полностью довериться силе? Как освободиться от энергетических червячков, оставленных в нас людьми, в которых мы были влюблены? Как воспитывать детей, не растрачивая свою личную силу и не отнимая ее у них? Возможно ли вытащить копье своего внимания из человека, которого мы любим? Дыхание Вселенной или отрыжка авокадо вместе с Андреем Лапиным. Студия Джоти предлагает вашему вниманию серию видеокассет 18 наименований с практиками даосского мастера Мантека Чиа. Это полная система даосских дисциплин для совершенствования тела, ума и духа. Уникальность серии в том, что вы выполняете техники вместе с мастером, исключая их неправильное выполнение. 4 позиции серии посвящены боевым искусствам.